История развития энергетики неразрывно связана с историей Приморского края, а начало формирования единых энергосетей Дальнего Востока началось именно с Владивостока и Юга Приморья. Точкой отсчета является 11 мая 1938 года. Именно в этот день началась история южных электрических сетей, как и в целом всего приморского филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании. Тогда они назывались электросетевым хозяйством Дальэнерго, а сегодня ДРСК отмечает 80-летие. Структурное подразделение Южной электрической сети является самым крупным в нашей компании, а в нашем филиале одно из четырех. Значит, практически все мероприятия и события, которые происходят на территории Приморского края, они так или иначе связаны с этим структурным подразделением. И не просто так. Сегодня южные электросети обслуживают 8 сетевых районов при помощи 115 подстанций. Энергетики следят за состоянием 7000 километров линий электропередач и более 1200 трансформаторных объектов. На сегодняшний день мы работаем по обеспечению электроэнергии территории опережающего развития Большой Камень. Специалисты южных электрических сетей работают по обеспечению надежного электроснабжения Восточно-экономического форума. Значит, работаем серьезно с программами по обеспечению земельных участков для многодетных семей, выделяемых по президентской программе. В ходе празднования юбилея ведущие торжественной программы напомнили об основных вехах истории дальневосточного электрогиганта. А с теплыми словами и поздравлениями на сцену не раз выходили представители топ-менеджмента компании. Кроме стихотворений и исторического экскурса, публику порадовало выступление рок-группы из Хасанского района Приморья. В течение 80 лет на предприятии сменилось несколько поколений энергетиков, но одно осталось неизменным. Это сплоченный, высокопрофессиональный коллектив, задача которого — обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей региона. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев, новости на восьмом.